часы, настенные наручные настольные, будильники, барометры, аксессуары, подарочные сертификаты. Часы – лучший подарок. Магазин «Часы», Первоуральск, Чкалова, 43. Новогодние скидки в «Дарник Оптика» на Ватутина, 46, уже начались. На все очки скидки от 20 до 50%. Проверка зрения бесплатна. «Дарник Оптика», Первоуральск, Ватутина, 46. Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сегодня, 21 декабря 2021 года, в 21 час 20 минут на 303 километре автодороги Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автомашины «Лада Ларгус» 71 года рождения, двигаясь по автодороге Пермь-Екатеринбург со стороны города Перми в сторону города Екатеринбурга, не учел скорость конкретным дорожным лимитом, не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречно движущейся автомашиной «Скания» под управлением водителя 75 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Лада Ларгус» скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.